Мы просим прощения у дам, но сегодня хочется поговорить о мужской моде. Мужчины, внимание! Если вы уважаете себя и любите хорошо проводить время в мужской компании, вы можете вступить в клуб тех, кому не все равно, как он выглядит. Сейчас очень развиваются барбершопы. Вот. Это, скажем так, мужские клубы, сугубо для мужчин. Вот, для тех, кто носит бороды, короткие стрижки. И не только. В непринужденной атмосфере можно обсудить последние новинки в индустрии мужской моды, снять стресс и спросить совет по использованию мужской косметики. Участники клуба могут это сделать, не выходя из салона красоты. Многие мужчины следят за собой, очень даже не уступая девушкам. В этом сезоне специалисты советуют не торопиться мужчинам избавляться от бороды и усов. Образ Сальвадора Дали Евгений носит искусно и с большим уважением к себе и к метру. Впрочем, не менее стильно могут выглядеть и не настолько яркие образы. Это не обязательно должна быть какая-то яркая окраска. Это могут быть выбритые виски достаточно коротко. Это может быть больше поднятый затылок, чем обычно. Это может быть усики или бородка, которая оформляется одновременно вместе со стрижечкой, то есть переходит одно из другого. Поэтому вполне, то есть даже классику можно сделать разнообразной. Алексей не только этой весной, а вообще всегда рекомендует отталкиваться в выборе образа в первую очередь от профессии, а не только от современных тенденций. Если это деловой мужчина, для него будет универсальный вариант волосы средней длины. Потому что при любой ситуации это будет выглядеть уместно и подобающе. На деловой встрече, в спортзале ему будет с этим удобно жить. Кардинально меняться каждый сезон могут позволить себе не все, но вот уделить внимание деталям – это позволительная роскошь. Просто дополнять свой образ элементами, которые модные сейчас. Не полностью копировать модные образы, а просто кое-где, ну, комбинировать, что-то менять, пробовать. И тогда ты будешь всегда выглядеть хорошо и будешь уверен в себе. Дорогие мужчины, привлекайте внимание образом, но покоряйте женское сердце поступками и будьте смелыми.